Видео снимается специально для канала, все об стиральных машинах, бытовой технике. Добрый день, меня зовут Ирина, и я хочу вам рассказать о своей посудомоечной машине Визита. У меня двое маленьких детишек, поэтому, когда мы переехали в новую квартиру, я сказала сразу, что у меня будет посудомойка. Потому что от своих подруг я слышала столько отзывов, что просто все кастрюли блестят как новые, все отмывает, что это просто правая рука каждой женщины. И я ожидала много. Я очень долго выбирала посудомоечную машину, перерывала все сайты. Это должна была быть бюджетная, недорогая, в пределах до 25 тысяч, но хорошая, с хорошими отзывами. Отзывы были все замечательные. И я ее заказала. Когда мне ее установили, 2 месяца, моя посудомоечная машина, практически ничего не было. Я за ней всегда домывала. Но я продолжала в ней все мыть. Мои подруги шутили, что у меня посудомоечная машина с функцией бонус домой сама. Вот. А потом, когда мне это уже все надоело, я поняла, что что-то не так, я уже позвонила на горячую линию и вызвала специалистов. Оказывается, что у посудомоечных машин Визит всегда одна и та же проблема. Там не устанавливают или просто-напросто забывают правильно поставить распылитель воды, скажу так, своими женскими словами. Вот. И всегда, кто покупает эти посудомоечные машины, всегда вызывает мастеров, и там всегда одна и та же проблема. И вы не поверите, спустя 2 месяца моих мучений и акций «Домой сама» моя посудомоечная машина начала мыть, и мыть чисто. Скажу честно, вот 2 недели я уже пользуюсь ей после ремонта. Мне все прекрасно нравится, посуда вся чистая, мою я недорогими таблетками, но все отмывается. Сейчас я вам подробнее еще расскажу о ее всех функциях, но уже вам покажу все более подробно. Давайте я покажу вам ее поближе. Теперь посудомоечная машина. Вот у нее есть 5 режимов. Это кнопка выкл. Тут мы можем выбрать режим. 5 режимов – это эко, 65 – это для самой грязной посуды, 55 – это, ну так, средняя, 40 минут. Скажу сразу, не очень отмывает она. 1/2 пользовалась 1 раз, так ничего не поняла и больше и не суюсь. Включается она тоже очень просто. Нажимаем на кнопочку, закрываем. Если нам необходимо ее открыть во время работы, просто берем, открываем. И потом просто нажимаем кнопку и опять закрываем. Давайте вам тут все покажу. Тут все регулируется по высоте, все достается. Сюда у нас обычно ставятся маленькие блюдики или чашечки. Так, тут у нас уже тарелки и большие блюда. Вот из-за этой, кстати, вот штучки, вот она, когда плохо прикреплена во всех Индезит машинах, вот из-за нее и не работает. Вот, тут у нас соль грузится, сюда отходы уходят. Так. Сейчас мы поставим ее. А тут у нас уже таблеточка. И у нас сюда ополаскиватель. Все. Сказать, что я довольна машиной, я не могу сказать. Поставлю ей твердую 4, потому что у меня у родителей машина моет намного лучше. Вот. Спасибо большое.